Тянемо кого-то. Друид же придет. Что вчера закрыли? Нихуя. Двух боссов, блядь. Чего? Двух боссов? Да. Там дискон был на полтора часа, блядь. А, все как мы любим, я понял. Ну да, четыре, только дискон. Берите хилы рыбу. Вперед, пошли, погнали. Ангел хилите, готовьтесь. Поехали. Знаете, рыбу поешьте сразу. А, ну да, типа я. Нахуй она трэш вайпаться будет, скорее всего. Ничего страшного. Не будет никто вайпаться. Ебать, сколько там мобов, блять, уже. Ну лапку дай, друид. Погнали. Заходи дальше. Сейчас оверхильте его хорошенько. Большими хилками. Ой, господину проникли. Не срывайте его, подождите, пускай наберет. Вот это зря маг, конечно. А я проверил просто. Тебя бафы просто. Лучше постойте 10 секунд, чтобы вас потом не бафать по 100 раз. Зайдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Сейчас вспомните герои. В этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Давай дождемся лучше. Он нахуй нужен. Заберешь его и все. Два, бля. Нормально. Я в коконе. Кнопка сюда нажмется, блядь. Милики, идите коконы назад бить. Все, хилею. Перебор. Блять, танки, которые там на фулу затанчат. Вы что, ебанутые, блядь, или что? Забей, то я кнопки, блядь, поубирал. Какие нахуй кнопки, блядь? Ну так вот, блядь, не ту кнопку. Нахуя туда, в центр заходите, если два скелета, блядь, выходят. Что у вас в голове, блядь? Я хуеваю просто, блядь. Там мобы вписали за... Заходите в инст, бафайтесь. Пенчите эту хуйню. Сначала паука надо убить. Чтоб не было ебаных коконов. Их два, этих паука. Цитадели и будем ждать вас там.
Как поводи его, я бить не могу, Ого. Быстрее, быстрее по рукам. Я рыбку ставлю, хавать. Начнем. Браска в дестройера напуливай сейчас. На пол ПКД отдавай. Ой, ну его нахуй, блядь, ПДК будет сыпать. Таким-то шмотом. Но на ком-то трэше я быстро слетаю, блядь. БДК обратно сделаю. Так, блядь, с цитону нахуй, это не ДПС называется, блядь. Страх господний. Мага бэрить или нет? Не пускай лежит. Как сдох, посмотри. Вихрь убил его.
стыдно, блядь. Вот у них у фантом стоять. Блять. Я вижу лишь тьму. Слышь, можно я по-быстрому свалю, ебать, спек переделаю? Иди. Ну да. Все равно пока трэш бить был. Ты что, блядь, ну 7к ДПС на ребре. Так ты ж, наверное, сокет, например, побега добирал, правильно? Не, да так чисто Т4 просто взял, блядь, побегать. Ой, Т4, Т10. Ну, а смотр в основном весь бадовский остался. Вы понимаете, что. Короче, ладно, поизвращался и хватит, ебать. Источник истинной силы. Это заклинание еще не готово. Не сейчас. Прочитать это заклинание. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Это заклинание еще не готово. Кожа. Что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной Чуклам. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. И сейчас я пока не могу прочитать это заклинание. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Часик. Я пока не могу прочитать это заклинание. Но сейчас я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Но сейчас. Рыбу ставлю.
А можно лапу, пожалуйста? Вот, а всем в трэш свечится? Пускай, а пока он в босса играет. РТД сами убьют. Всё, погнали. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Служит, выйдите. Стопать надо будет. Стопайте в босс. Ждите трэш. Не успеете. Подбить можно. Последний. Мобайль не добили. Отведи его и убить нельзя. Его должны милики бить. Он с отражением. Он вообще отражает все сейчас. Хорошо, я сам себя. Сбивайте щит с него и убивайте. Что с магом делаем? Нет. Конечно, перебиваем. Что с магом? Да? Да, понимаю. Блять, займемся мужчин сбивать. Дай Кира. Бейте все Киро, милики, танки, все бейте последователи. Покажи все свокать. Да ему похуй, он все отражает. Хан, хан, стреляй, урон. Сука, враска, стреляй в моба, блять. Он отражает мой урон. Просто автоатакой стреляй. Меня. Автоатакой просто стреляй, выстрелами. Ну, его заебались бить уже. Он духов отходить. Я до конца дракона проведу, туда к кораблям. Он куда-то съебался. У него свои он, дела. Почему она ебашить? Он внизу. Рестора. Он вниз прилетел, чуваков пиздить. ГЦ. Сейчас прилетит, ждите. Не уходите, не курите. Улетел. На, весело с вами. Это заклинание еще не готово. Надо
Если шаман сам захилит, я могу пушку нам нахилить. Нет. Апокалипсис и мытиную пушку. Тише, ну кого у дракона нету при себе, куплю. Подходите, ранцы, берите, резайте и быстрее побегите сюда. Эй, как дела? Нам налево или направо, подожди? Направо. Там мобы. Под стенкой проходи, не тянет он. Можете есть ребафец, пока летим. Я перед заморозкой полечу, сразу не летайте. А мне, может, еще и в танке надо было быть, да? Не-не-не. Они по 1000 бьют эти моды. Неестество включи, на этом корабле просто будешь стоять бить. Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Пять, четыре. Пушки заняты даже? Да. Все, я полетел, можете перелетать. Так это чей ДКшник танк? Голос, что я запомнил. Какой у тебя еще перс? Что, уходим, да? Ник 4 большие никакие. Мне показалось, то ли Малара голос, то ли кого-то узнал. Улетайте один раз. Кто уже до конца будет? А убивать уже. Хант, улети. Знал. Нет, поздно. Ну, перелетайте обратно, бей. Потом улетите. А кто со мной в пушке сидит? Колдунан, убейте и сразу обратно улетите с тактическим. Максим. Чё-то вторая пушка, ой, как хуёво работает. Да, одна пушка стакает точно. Ну, 1-1-2, да, или как надо нажимать? Да. Один стакаешь до 80%. Там две кнопочки, наведи мышку, и там будет окошко такое, там будет описание. Единичку до 80-90% стака. Там есть значение, при котором пушка перегревается и скидывает весь пар. Все, перелетел. Тебе нужно просчитать, сколько единичка тебе пара дает. И нажимать его так, чтобы до 100 не добралось. Понял? 85-90 разряжаешься сразу. Только перед магом не забудь расходить. Сколько бы не было. Да, все хорошо. Не, перед малом до жопы. Она не скидывается. Не знаю, кто он такой сказал, но когда за мало скидывается. Ну, должна вообще отрывать, как бы. Не, а там
по чуть-чуть, по одному ходит. Не быстро. Мак. Вот, знаешь, давайте как... улетать. 62 у меня. 60, 69. То есть я быстро могу бывать максимум 60 там. Все, улетайте. Улетайте. Если они заслакают, как раз следующая заморозка последний будет. А вроде давно побили бы эти ебаные корабли. Ну да. Уже побили. Что там нормально сейчас? Ну уже более-менее. А подскажите, кто шарит, вот эта фигня Рагу пушка наведенит как Абами? Нет. Там не Рага, там Пар. Так, ну, я думаю, тоже. Даже логически ярдру не может это переделать. А ну хорошо. Был бы механический ярдру какой. Там бы перегрев постоянно. Че, никого квадракона не завалялось, да? Дадите минуту, я на первом этаже это 10 куплю, у меня сокет и все есть. Опа. Ой, плащик, труба. Что надо? Какая нахуй труба, плащ нужен? Локати, тебе нужен тоже? Нет, забирай. Хороший. Да меня ДК надо доебанить. О, одна есть, еще две шмотки осталось выбить. Да расплить нахуй. Нифига. Ну, зачем вам на ДК с хостой, мне интересно, или... Ага. Ванхолика? Да. А, понял, ванхолика. Вопросов нет. Я заебался, мне просто уже... Я просто уже привык, что ванхолики, блядь, не существует. Не, сейчас в 25-м... Привык, и танки, блядь, эти фросты, блядь, все нахуй. Нахуй те фросты, фросты как говна. Ну, хуй его знает. Нормально одеть, нормально их бьют. Че, запускай? Да, все тут. Трой тут. Запустил. Торкра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лечь только шлюзы! Рибах не каски, пал. 6 минут осталось. Это просто где-то далеко было всех рибафл. Мой мальчик погиб у враг гнева. Вы, кстати, себе могли бы барабан 8% дать, кулаки раздать. Тебе покал. Чего? И ханту. Мы назвали его Дранош. На орочим это значит. Конечно, вместо одного мага пало бы заебись. Мистер. Или Вара с криком. Вместо ДКшника какого-то этого. Да нет, ДК, но... Два двойных класса. Меняй. Нам будет потом таланты перебить на гибриды. Надо будет не обрыгаться на Селена. Давай на пулхант. Сейчас бы с капом хита промахиваться. А у нас зеро вообще, да, никто никогда не собирается давать. Команду ждем. Да давайте. Ебать, 4 босса уже, блядь, ждем команду. Давайте зеро. Пора возвращаться. Типа бить не собираетесь или чё, нахуй, алло? Майки, трэш. Кастаните, блядь, в трэш. Чё, ебать? 2000 кидать.
На грудак нужен кому-то? Да забирай, одевайся. Пинить главное, все. Потому что некоторые жмут распылить. Ну там, если кто-то заберет, спросишь. Даже если на второй спек надо, кубик нажимайте, там разберемся. Это есть ДПС у тебя? У тебя 9100. Хуйня полная. А ты, короче, маму удалять надо. Ну тут наш рейд затаскивает два мага и платит. Ну, апокалипсис 9,5, да. Я хуже, где куда он делся, ебать, ДПС, блядь. Чучумка, короче, квест идем еще. Я вчера с пугами, блядь. Вроде прошли на 3 часа забыл. Но это квест нахуй не сделали. Как бищи сдохли нахуй. Понятно. Сейчас будет ДПС. А сдохли. Ну, маг что ли пульнул педом, то ли что, блядь. И шаман хил, нахуй, был за дверью, блядь. Так что смотрите, хилы, заходите к боссу в комнату сразу, типа. То, блядь. Если один хил вдруг когда-нибудь попадете в такую ситуацию, если один хил останется на гнилой морде, то надо болезнику диспелить. Фух, там сколько слизней будет. Потому что ее не прохилите и сдохнете. Есть же РЧ для этого. Ну если пидор какой-то спулил, блядь, видишь. Ну там еще от хила завис. Сразу, блядь. Ну. А я говорю, пидор. Я говорю хилу диспель нахуй. А ГМ с другой гильдии кричит: не надо диспелить, вы что забыли как играть, блядь. Не, ну на друиде, я уверен, полягли бы, если б я бы. Если б напали, вообще нихуй там хились. Ну, надо с диспелить их, и потом уже хилить. Ну, я думаю, даже без диспела. Я вот не думаю, я знаю, хоть. И при том, что я в сове водил в этого, блядь, слизня нахуй. Ну там в мишку прыгнул, то уйдет. Вот эту хуйню диспелить ему, паладин. Кто там? Вакати. А, ты в слизне? Я сам там. Окей, блядь, давай постоим. С нас будет ты здесь поле больше, блядь. Это, блядь, в ЦЛК непонятно, типа, какие мобы, блядь, дают опыт или честь, а какие нет, нахуй. Кофейли подают такие, наверное, что думаете. Топовые боежки приехали. Колечко. О. Вчера в 25-ке на жуках перед синдромом был. Две боежки высыпалось. После всей этой хуйни чё, в ЦЛК 25 оф пошёл? Да. Тихо-тихо-тихо, шо? Успокойся там. Спросите.
Быстрее ГКД все равно смысла клацать нет. Предлагаю выйти в ворота там и остаться здесь одному танку. Прелесть справа идет, ее сейчас убьем. Чтобы вонючку одновременно с прелестью не бить. Прелесть ваша. И сюда прям заводи ее, где треугольник прыгает. Там профессор, блядь. Пидора мелкого убили. У того, который превращает слизни. Давайте под собаку встанем, боди крэш будет. Вроде бы. Нет, он бы уже был, она дыхнула. Забагалась. Не, так конечно, вонючка еще один. А, нет. Давай, нет, не без. Вот и АФКшер нашелся. Какая балышка, поднимите? Не знаю, хватит ли ДПС или нет, по-моему... Ну, да лучше спек есть. Давай типа. В танк. Давай в танк и на этих трех боссов. И на совете в танке, и на лане в танке. Да я уже все, дальше да, уже в танке дальше пойду. Дальше уже в танке, да. Толк уже переспекиваться, блядь. Ну да, уже до конца. Ты ж бы плащ выпал, пиздец. Ты не говори, на танка, да? Так, блядь, у меня 213. У меня 232. Идите, блядь. Ты дестройер танчит или кто, или марсиан?
Да без разницы, стань чё первый апокал. Ну все без разницы, нахуй. Одна в тотем и одна под босс. Зачем? Просто под босса все снесите, и всё. Так точно все полутают сразу. Я не любитель вот этих залупных тактик, двойных меток на сингренах. Вот этой всей параши. Зря. И еще стоять на, на профи, блядь. Как он называется? В зеленом слизне, как дебилом, на. Самое унизительное, что я видел в своей жизни, блядь. Нажми этот, незыбку. Пусть прохилятся. Следующее просто одну врага, одну убили и все. Там, блядь, гибрите, блядь, без удара в сердце, такой себе. Геру на второго босса оставляем уже, да? Да, там не нужно. Не знаю, что еще утром. Что, надо что ли, блядь? Я после каста забил. Уже больно, но... Все, не набирай, вот. Все. Танчи на здоровье. Не, хотя бы в одного танка убили под Герой бы. Проще Гера на второго босса. Без взрыва, чтобы точно. Так а ты себе плащ на танк за Алдэ не купишь? Или он там, я вот не знаю, что он там дает, не читал еще. Штаны пришлось купить. У меня ДДшные были. Тут твой голос пиздец какой-то знакомый. Ты считаешь, что твой, блядь, одинак этот, верь что-то? Да, на X4 один. Но голос знакомый. Хуйня, хуйня. Ты эти ходишь или я ложу? Ну да, я повожу, у тебя этот агронабор больше на боссе сидит. Ловушку подожду, пока активируете. Рыбы не будет, да? Есть, поставлю, если надо. Да, ради одного меня нахуй нужно. Похер, мне жалко. Там все равно хилам надо отпить. Вот, так тут диспелить надо, да, вот это все? Не надо диспелить. Нет, воздуваю хилам. Под босса просто все встаньте и бейте, не знаю, ничего диспелить. Я рассказывал, когда один хил остался в комнате.
он не прохитил вайбл. Конечно, ощущается сильно, что холипала нет. Совершенно нормально должен захиливать, если волну вовремя кастовать. Чё? Да, пуляйте. Дайте БЛ с пула. Ханту истерии, да? Немножко сбоку лужу поставь, чтобы милики вам не видели. Там под правой ножкой. И еще на край лужи отведи, поверни миликом, чтобы они могли бить его в спину. Сейчас, ага, немножко назад отведешь. Нормально, там бьете? Да, да. Все, возвращается. И когда левота идет, за спину забегаете. Что-то диспельнул, да? Или что-то уже пойдет? Подводи, не подводи. Это пятый стак будет со взрывом. У кого-то два стака? Да. Только не сдавайте сразу, подождите все. Да понятно. Я уже ни на что, кроме как когда не рассчитывал, мне пояс выпал, и так в прошлый раз. Если кому-то выпадет кожаный пояс, я куплю. О! Где ты, говоришь, на X2 играл? Ну, в смысле, где? Ты имеешь в виду, в какой гильдии? Да, да. Ну, у меня своя была последний там, год где-то. Как называлась? About Limit. Я был в топе. Всем досчитала? Да, конечно, да. Всем досчит. О, блять, кому то что-то. И ПВС, кстати, выпал. То ДС? О, этот, блять, пояс. А мне багрука сейчас упадет. Угу. Рубин. Почти. А. Кто там вабами из вас? Ну, все равно, как ты хочешь, босса водить или вабами сидеть? Пускай апокалипсис босса водит, у него Т4 есть. Окей. И это, на ивент заходим туда, жуков и уешь, потому что там 500 репок. Сейчас я подбегу.
Кто вчера в 25-ке проебал, блядь, 3000 реп осталось, сука. Заходите сюда. А, да вчера 25-ке уже был? Ну, да, я же вечером ходил. Вот иду пока на 2 минуты. Если бы не работал, блядь, у меня бы уже 10 персов было, нахуй. Лоу. Вопрос, нахуя там? Да. Это точно, блядь. Тут репа хорошо идет за вот эту хуйню. Или не идет, да? Что-то хуй пойми. Но там она не за всех могут. Да нет, там есть кто, который кто умирает, что дается. А вот за этих не идет, понял. А в 25-ке что, блядь? Ну ладно, хуй с ним. Тут не за всех идет. Блять, АФК сейчас стало. Давайте идите все на перекур. 3-4 минуты. Спасибо, сэр. Я пока релогнусь сюда.